дивроэтил. Вот и аптечку забабахали. Ну что, прошло 2 недели с последней нашей встречи. Обрадовался, думал, сейчас подадим на аттестацию. Все, собрали эту кипу документов. 26 штук, по-моему, позиций документов. Приказы, разрешения, журналы, всякую срань. Подали на аттестацию. Все, сказали ждать. Через 2 недели придет комиссия. Вот так. Ну вот, 2,5 градуса. 2,5 градуса. Холодно, пусто, обидно. Поставил масляный радиатор хоть немножечко, чтобы батарея не прихватила. Полноценно топить невыгодно. И простаиваем. Ну вот как-то так. Ждем аттестацию. Та-да-да-дам! Разогнался, думал. Фу, получил от пожарников и все. Пойдет сейчас. Хрен там. Сегодня 1 декабря. Через 2 недели только комиссия придет. Что там она найдет, не найдет, даже не знаю, загадывать не хочу. Ну, пока бумажки оформлю. Короче, до Нового года, а там праздники. До Нового года ни хрена мы не откроемся. Так что 10 месяцев уверенно уже. Буримся сквозь тернии. Ну все, продолжение следует. Будьте с нами, следите за нашими конвульсиями. Ну а тем временем пришла посылочка со спецодеждой и средствами защиты. От Чечи защитные. Это у нас что? Сейчас будем открывать, посмотрим. Жилетка защитная, сигнальная. И хайзенберговский костюм. Красота!
Все, полностью защищены. Охрана труда будет довольна. А что же это за белая простыня? Опа! Так это ж фартук! Как бы его завязать еще нормально. Пальцы путаются. Белый, желтенький, как цыпленок. Чистенький. Вот так и будем варить пиво. Правда, на мясника похож. Сейчас, чтоб кровью все. Ну все, поразвлекались немножко. И опять ждем. И опять ждем еще 2 недели. Сразу подаем и документы на охрану труда. Службу охраны труда. Вообще, бум. 46 позиций. 46. 46 документов. Это нет, даже не документов. 46 позиций, которые регламентируют все. Как ходить, как дышать, как отдыхать и так далее. 46, Карл. Каждое движение, все должно регламентироваться приказом. Зашел в туалет, приказ. Как заходить, как выходить. Забрался на стремянку, без разрешения нельзя. Приказ о проведении инструктажа на забирание на стремянку. Я не шучу, серьезно. При поднятии, при подъеме человека на высоту больше полуметра уже специальное разрешение, инструктаж, он расписывается, тогда только забирается на стремянку. Короче, все, ни дыхнуть, ни пернуть без приказа нельзя. И все это должно быть описано, прописано и везде подчеркнуто и расписано, кто это будет заниматься. Вот такая вот байда. То, что я учился на охрану труда, этого недостаточно. Еще надо пройти дополнительное обучение опять в там же, в этой лабуде, по электробезопасности, получить допуск на работу с электробезопасностью, еще получить допуск при работе с устройствами, которые имеют избыточное давление. То есть ЦКТ у нас работают под давлением, очень опасные штуки. Надо прийти, заплатить, пройти обучение, сдать экзамен. Ну вот так, будем проходить, посмотрим, насколько это затянется. Фух, что-то волнуюсь, задолбался я уже. До Нового года 5 дней осталось, а тут вот такое вот непонятное, успеем, не успеем, сделают, не сделают, а то потом праздники и все, и пиши пропало, полмесяца можно ничего даже не заморачиваться. Как бы договоренность есть, что завтра будет аттестация, комиссия на пивоварню. Ждем комиссию, посмотрим, что будет. Ну, уху, чё волнуюсь, непонятно, как будто бред какой-то, просто бред. И снова здравствуйте, друзья, уже в новом году, сегодня 8 число, Рождество, приезжала комиссия в прошлом году, ну как в прошлом году, неделю назад. Почти 28 числа, короче, в последние дни приехала комиссия все-таки в большом складе. Двое человек с метрологии, двое с налоговой.
проверили наше предприятие, прошли везде, позадавали все кучу вопросов такие. Немножко экзамен был, что, где, как находится, как варится, как все, технологическая цепочка происходит. Все полностью, короче, проспрашивали. Вот. Теперь подготавливают документы. Ну, естественно, потом Новый год, праздничные, выходные, потом Рождество. Вот сейчас до сих пор все это тянется. Немножко дали дополнительных заданий. Немножко переделать надо документацию кое-какую. Там, несколько пунктов. Вот сейчас дорабатываем там журналы, документы всякие там. И в принципе сказали, что подпишут нам аттестат. Вот ждем, сейчас праздники пройдут. Ну вот, после праздников сразу поедем в Киев подавать документы на лицензию. Как только лицензию нам дадут, сразу же запускаемся, начинаем работать. Уже соскучился, уже столько месяцев без работы пивоварня стоит, и я без работы. Ну как без работы? Да работы-то дофига, езжу постоянно, документы. Вот такие, просто работаю на копировальный центр, своего принтера пока еще нету. Xerox, принтер, там девочки меня уже знают. Зарплату им делаю в течение месяца нормальную. Так что постоянно делаешь документы, что-то там не подходит, в утиль. Следующие документы опять распечатаешь, а там такие нормальные пачки. Можно за раз по полпачки распечатать. Так что работы хватает, только не по делу, скажем так. Ну все, ждем лицензию и запускаемся. Нахожусь на Бекетова, метро Бекетова, вот маленькие достопримечательности Харькова, Газпром там. Тарас Шевченко, памятник, зеркальная струя, Успенский собор. Такой у нас Успенский собор. Это вот Благовещенский храм. Из мрамора такие мини-копии у нас сделаны. Вот это Покровский собор. А мне позвонили, сказали, что сделали нам нашу аттестацию. Наш аттестат на наше производство. Вот иду в метрологию получать. Опять я. Наконец-то. 9 месяцев аттестат производства. Получили наконец-то мы аттестат нашего производства. Можем наконец-то... Нет, не запускаться, можем подавать на лицензию, и в течение месяца мы должны получить лицензию. А потом уже будем начинать. Ну, слава богу, хоть это